который я за раз не могу сразу снять. Вот такой рисунок у всего палантина. Дальше будет видео, может быть, неподробного изготовления, но более-менее шаг за шагом. Некоторая специфика изготовления этого палантина. Я покажу ее. Вот так он выглядит в развернутом состоянии на весь диван. Еле поместился. Сейчас я покажу, как он выглядит в таком свернутом, не свернутом, а в состоянии, когда свисают тюльпаны. Эти тюльпаны выглядят, когда на стуле, вот нет у меня манекена, но однако вот таким образом выглядят листья и тюльпаны в валеном палантине, когда он одет. Ну и вот так вот он выглядит. Каково изготовление, я сейчас все это покажу. Да, вот такой процесс частично выложенный палантин, его первая половина, и не украшенный вторая палантин, половина будет выкладываться во вторую очередь. Вот таким образом раскладываются некоторые элементы. Это вот вискоза. Она затем даст блестящие полосочки на палантине. Вот такие вот кусочки облачка вискозы. Такие потом цветы будут. Ну и рядом облачко вискозы сверху ложатся. А это будущие тюльпаны. Наполовину уже приваленные. И так потихонечку раскладываются. Здесь вот будет полосочка. В хаотичном порядке. Как кажется, на самом деле это строго задуманное дизайнерское решение. Это я только что сам придумал. Сейчас это уже где-то 1,70 м в длину. Ну и 1,30 м в длину. Еще метр будет докладываться. 1,60 м. Ну и потом еще метр будет докладываться, а оно потом уваляется, будет меньше. В результате будет 1,70 м. В этот раз я не эту половину не снял цветы. Цветы снимутся во второй половине, раскладка цветов во второй половине. Сейчас раскладка вот таких вот полосочек. Кто как любит, кому-то побольше, у кого-то с большим контрастом, у кого-то нет. Это первая часть палантина. Теперь пошла вискоза, это будет красного цвета. Теперь пошла вискоза. Чайная роза. Цвет чайная роза, светлая. Он даст такой особенный блеск, когда будет свалено и высохнет. Особый блеск.
Они будут теперь уже неровные такие, очень волнистые. Ну, как я уже сказал, абсолютно строго заранее задуманное дизайнерское решение. Вторая часть, первая часть, вон там вот смотано в рулончик, намочено. Прошуши. Прошли ее, прошлифовали машинкой, чтобы она чуть-чуть схватилась. И все, теперь она уже никуда не денется. Смотано в такую трубу. И продолжается накладка. Продолжается накладка. Да, продолжается раскладка. Здесь вот это светлое пятно, это такое дизайнерское решение. А внизу это тот рисунок, который будет с той стороны. Вот так он выглядит. Раскладки он уже там есть. С той стороны. Это вискоз. Это будет с обратной стороны рисунок. А здесь. Это вот с этой стороны рисунок уже положен. Сейчас вот идет раскладка. Раскладка такая идет очень медленно и равномерно. Для того, чтобы нигде не было дырочек. Не знаю, видно или нет, но дырочек не видно. В любом случае пока. Потом они, если что, заложатся. И так, в зависимости от того, какой будет палантин, разный цвет укладывается потихоньку, отрывается вот потихонечку пасма от общей ленты. Чик. И укладывается. И потихонечку. Потихонечку раскладывается, шаг за шагом, перекрывая здесь, где рука немножко толще, а концы тоньше. Они, эти концы укладываются на толстую часть предыдущего слоя. И так потихонечку, шаг за шагом, укладывается вся здесь палантин. Общая длина теперь уже двух частей. Это как это? 2,5 метра. Общая длина двух частей 2,5 метра. 2,60. 2,5 или 2,60. Тут в конце такие, это будут листья тюльпанов. Ну и к ним приваляются цветы тюльпанов. Пока идет раскладка. После того, как сейчас вот этот весь слой разложится вдоль, потом еще положится, да? Потом еще. Раскладка называется вертикальная горизонтальная. Потом еще положится точно так же, но поперек. Это придаст крепости, заложит какие-то пропуски. Ну и будет хорошо уваливаться. Вот так это выглядит на данный момент. Ну вот так уже почти заканчивается раскладка. Листья тюльпанов. Остался один лист тюльпана. Остальное тут уже, в общем-то, разложено. Теперь будет выкладываться цветы. Тут вот кусочек цветочка. Вот, да, цветы, тут еще поперечный слой раскладки будет. Ну и потом украшения, цветы и там полосочки разные. Дизайнерская задумка.
Да, ну и сюда, здесь будут еще вставлены сами цветы тюльпана. Всего их в палантине будет 5. 3 с одной стороны и 2 с другой. Дальше будем тоже показывать. Такие заготовки тюльпанов были уже установлены. Сверху уже раскладывается поперечная раскладка. Очень тонко, да. Во-первых, был достал. Раскладка тонкая, вертикально-горизонтальная называется. Сама раскладка так называется. Ну а вот так сейчас выглядит. И точно так же потихонечку отрывается, укладывается, отрывается, укладывается. Слой тонкий. Предыдущий толстовод. Предыдущий был толстовод, для того, чтобы не было пропусков. Палантин не должен быть толстым, должен быть мягким. Ну и вот тут уже поперечная раскладка на листьях тюльпанов заканчивается. И дальше смена цвета. Поперечная раскладка остального палантина. Пока это вот так выглядит. После полной выкладки. Раскладки. После полной раскладки. Тут уже немного привалено с помощью виброшлифовальной машинки. Ну, а здесь вот выложим такие цветы, такие пасма, которые будут блестеть. Это разного цвета вискоза. И вот такие линии. Все это придаст определенный рисунок. А вот здесь доваляются и будут тюльпаны, и вот эти три. Это будут листья тюльпанов. Лепесточек. Вот еще. Вот таким образом каждый может это делать по-своему. В зависимости от вида цветка. И вообще того, что хочет видеть цвета, фактуры и дизайна.